Всем прямо доброго времени суток, это канал Лэйзи Дмитрий Ленивый. Ленивый я. Так, мы с вами продолжаем мучить игру The Escapist 2. Напоминаю, что мы с вами играем в самый простой вариант. Так, ссылка на плейлисты группы ВКонтакте в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии с меня, контент, извиняюсь за свое сопение. Продолжаем. Так, короче, нам нужна... Так, подождите. Нам нужна лопата укрепленная, да? Укрепленная. Где она? Прочная. Нет, стоп, это прочная. Нам нужна... А, это легкая. Нам прочная нужна, да? Да, вот прочная. То есть, я так понимаю... Короче, нужно два листа и два... Короче, надо еще два листа и две эти. Ну, вон те. Ну, те самые. Ну, изолента, да. Два листа изолента нужно. Добре. Да-да-да, хорошо, я ушел. Отстань, что тебе надо, а? Эй! Ага, вы же вдвоем тебе за мной гоняться будете, да? Понятно. Ну конечно, блин, туда давайте, втроем, вчетвером, блин, впятером, елки-палки. Козлы. Гниды, блин. Ну? Метку поставь, тварина. Все, отдых, отстаньте от меня. И лист забрали. Ну, суки. А чё у меня до сих пор ползвезды-то висит? Всё, я здесь, я знаю. Так. А дайте хотя бы примитивнейшую какую-нибудь оружку сделаем. Так. И нужно еще два листа железа, правильно? Два листа, хорошо, один есть. Теперь нужен второй. А вот и второй. А мыла ни у кого нет. Чтобы что за оружие сделать? Завтрак. Эй! Чё ты там? А, Чарли. Фу ты, блин. Так, секундочку. Почему я не могу? Возьми дубинку, блин. Чёрт побери. Я думал, он полез в этот, в мой ящик. Ну. Эй! Ты чё? Так, отдых.
Да? Ух ты. А, точно. Слушайте, над интеллектом-то я не работал нифига в этот раз. Пошли. Чё-то как-то я в этом плане... Эй! ХЗ. Какой ты чувак? Чё так? А, все, вспомнил. Тут не куе. Надо удерживать. Да, беда. А мне ведь надо до 60, да? Ну, пойдем, помоемся. Так, это у нас 50. А мне надо 60. И по-хорошему какое-то оружие сделал все-таки. Отбиваться от них было удобней. Но какое? Только именно оружие нужно. Вот в чем проблема, как бы. Вот бейсбольная бита. Ага. Две палки и один скотч. Надо будет сделать. То как бы ты отбрасываешь тень на героя. Что? На какого героя? Ребят, не знаю, что вы делаете, но я тут... Кому вы пришли? Давайте уж... На все деньги, так сказать, сделаем. Ну, 65. Нормально. Так, next. Теперь нам надо... Сейчас что? Обид. А, ну вот заодно и... Перекусим кого-нибудь. Так, вообще нам нужна еще одна палка. Еще одна палка. Так, пойдемте покушаем сначала, а то, блин, во-первых, энергию восстановим. Не мешайте мне кушать. Толпой забивают, сволочь. Так. Так, после обеда у нас что? Работа. А я ее получил или не получил? Этой? А, у меня же сил не хватает. Да-да-да. А, стоп, смотри-ка ты. Блин, а ее уже того. Хе. Забрали. Пошли, отметимся. А, маляр есть. Давайте возьмем. Интересно же. А чё? Я просто маляром-то не был. Что это за маляр? Что он делает? Так, и чё? Готовить. Чё? Чего ты?
Иди ты нахрен. Так. Нафиг я что-то... Я сейчас немножко занят, я отвлекаюсь, блин, на разные вещи. Ну в чем дело, эй, ну! Ну что, ну почему, ну? Алло! Такое? Чего навестись не могу? Игра! Ну ты чё, блин? Забаговался. Наконец-то! А, есть же тут дубинка, чёрт. У нас есть бейсбольная бита, да? Что у нас по показателям? Сила 60. Ну, вот силу качать тогда. Ну, а что? Физическая форма у нас так на максимуме. Догоню до 70, как думаете? Да, Тюш, до 72. Душ! За кем-то не помню. Почему? Логично. На мне кровь. Так, next. А на 70-й? А, кирколопата. Ауч. Так, а где у нас еще какое-нибудь оружие? Вот тут у нас бейсбольная бита. А она во что превращается? Этот... что-то не вижу ничего такого. А здесь, может, дротик? Нифига себе. Самодельная кувалда. Ну, это вряд ли оружие, хотя черт его знает. Тут проблема в том, что как бы... Эти вот... Ну, то есть... Так, что-то ужин. Нашли. Копать надо, блин. Все, покопали. Пошли копать. Как уж тут. Пока. Все. Не, мне нравится эта группа съемки. Они опять меня догнали. Почему? Потому что съемочная группа не дремлет. Ну ладно, что. Первая самая легкая пройдена. В принципе, все такие основные механики мы, можно сказать, изучили. Единственное, что я не понял, как пользоваться малярной кистью. Ну что, следующее. Сбегайте в ночку с другими игроками. Только вы, стервятники, парящие в небе, знаете, какая судьба ждет вас в конце железнодорожного полотна. Если вы планируете увидеть еще один восход, вам лучше покинуть корабль, чего бы это ни стоило. Ну-ка. Ну, давайте посмотрим.
Кагуар Крик Рейл Род. Поехали. Ух ты. Хе. А ладно, не все такие. Ну давай. Посмотрим. Начнем. Вау. Ух ты, какая. Тюрьма поезд. Но я увидел какую-то лошадь. Что-то мне подсказывает, что как-то ее с ней, наверное, можно взаимодействовать. А вот в остальном... А почему нельзя спрыгнуть с поезда? При всем моем уважении. Все-таки вокруг песок, а не камни. Жесть, неудобная карта. Длинная очень. Вот, смотрите, вот. Ну да, что-то как-то это... Ага. Если мы тебя заметим вне камер, то будем что-то там. Мы на тебя нападем. Сразу как только заметим. В смысле? А. А чё? Оставшееся время? Привет. Ай, привет, привет. Это легкая? Оставшееся время, прошу. И еще. Это карта, судя по всему. Ну, допустим, я куда-то бегу. Привет, ребята! И чё? Ну ладно, дошел. Но это, блин, карта на время, еще и со своими вот этими дебильными ограничениями. Плюс еще... Тут бы осмотреться для начала, вообще понять, что тут где есть. Есть ли тут вообще хоть что-то и где-то. А, медик меня в мою камеру тащит. Понятно. Ну это вообще, конечно. Чему я научился? Тому, что ты идиот. Фальшивую морковку. Да куда ты, блин, ну? Фальшивую морковку. Эй, блин! Ну чё за... Я... Нет, ну я с этого худею, а, блин! Ну ты же ходил там, туда-сюда, ну ты победил! Да нифига ты не победил, блин, ты полудурок, ёлки-палки! Ну вот опять 2 часа лишь жди, пока этот... Ох... Чел, ну ты бегай хотя бы побыстрее, а! Спасибо, блин.
Еще там надо тряпка и две ручки. Отцепить вагон? Что? Где? Да какой сесть, блин? А куда? Да, сюда положим. Чё тебе надо? Зашибись! Как? Он с полным здоровьем! Блин, ну... То есть я его атаковал, я же получил урон, и он опять с полным здоровьем. Вы что, угораете, что ли? Как это работает, блин? Ну и, конечно же, он идет сюда. Ну, на самом деле, ну что за бред, а? А, ну, конечно, и тут сразу следующий идет. Ладно, бывает и так. Мне-то как бы... Мне нужна ручка другого цвета и... И что-то еще там надо. Не помню. А, тряпка какая-то нужна. Нужна какая-то тряпка. Тряпки нет. Ну и куда ты пойдешь? В смысле? Зашибись, блин. Ну ты смотри какой, а. Ты зрячая сволочь, блин, а. Ты... С одним хотя бы справился. Он хоть это меня не засек.
Хоть что-нибудь полезное из них выпадет, а? Ну просто я уже пол поезда отбежал. Ага. Так, 5, 4. Охват низкий. Как это бесит! Ой, ну я же первый, ну я со спины подхожу, ну я первый бью, ну почему он меня перебивает, а ну что это такое? Блин, был тупо бежать назад, чтобы отнести эту ручку. Ты жди, пока полудурок тебя дотащит через весь поезд в обратку. А крыша, интересно, зачем? А, ручка осталась. А, ручка-то осталась. Да. Она не выкладывается. Я не знаю, что происходит. Она не выкладывается. То есть ее выложить, я выложить ее не могу. Почему? Я нажал атаку! Ты что не атакуешь-то? Да ты что? Иди ты в жопу, отстань, 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 отвяжись, нет меня, все, я здесь, все, вот я лежу. Ну конечно, блин, цель снята. Я не смог атаковать, потому что у меня мышка была вот на единичке, понимаете, ведь я на нее нажимал, блин. Ой, блин, дурное место. Спасибо, бляха-муха. Пусть, да... Да отпусти ты меня, блин, а, то печатать что-то начинай, то еще что-то. Пожалуйста, выложи эту ручку. Я тебя очень прошу. Не надо вставать. Господи, ты что ты делаешь? Ну, не выложи эту ручку. А ну как ты это делал? Ты же как-то ее вкладывал. Я не знаю, что мне делать будет. Это опять сейчас по новой пробегать. Да твою налево, а да что ты, да как, ну... Да, конечно. Угу. Да она потерял. И опять за тобой бежит. Потерял. И опять за тобой бежит. Ребят, ну отстаньте. А вы должны как-то отставать от меня в конце-то концов. Ну сколько можно-то, блин. Че, уходи. Тряпочку, ну дайте тряпочку. А ну где-то же ее можно найти. Хорошо, захватный крюк. А сколько у меня интеллекта-то? На 70. Ну а только веревки и крюк нужны.
Ну, Паша, он меня тут не заметил. Я уж не знаю почему. Так, подождите. Крюк, так. Так, еще подождите. Чтобы сделать крюк, нужен крюк. Как ни странно, да? Ну, я сейчас проиграю, это без вариантов. Но я пытаюсь его найти. А, вот он. Два лома и один скотч. Два лома и один скотч. Ну, чисто теоретически. Козла, блин, а. Два лома и один скотч. Хорошо, ты молодец. Ты победил, ты красавчик, все. Блин! Дебильная карта. Серьезно дебильная, ну... Вот эти побегушки постоянные туда-сюда, это драки с ними безостановочные, блин. И что, он у меня все забрал? Ну, конечно. Ну, хотя у меня ничего и не было. А, у меня веревка была, блин, ничего не было. Слушай, ну можно выложить ручку, я тебя очень прошу. Ну, пожалуйста, ну выложи ее. Как ты это делал? Черт тебя подери, блин. Ну как-то же ты выкладывал ее. Он не выкладывает, я не понимаю почему, ну, блин. Ну. Нет, он ее не выкладывает, и все. Иди ты в жопу, называется. Тряпки нет. Видимо, это надо, я не знаю, пинать всех по очереди. Ну что? Господи, блин, ну да, да обыщи ты его, ну! Да ну тебя в жопу! Блин, ну то что это, а? Ничего я тут не делаю, отстань, блин, отвяжись, не видишь ты меня! Да ёп! Вы что, прикалываетесь, что ли? Это меня обокрал, пока меня не было. Серьезно? Это шутка, что ли, такая? То есть все это время лежала ручка, ее никто не трогал. Охренетительно. Это что такое, блин, а? Да почему они так быстро бьют-то в ответку? Вообще никакого... Никакой паузы нет. И все, у него что ли здесь все лежит? Не, нахер, идите в жопу. Как тут перезапуск? Нет, блин, выход. Да, выйти. Ох. Давайте еще раз попробуем. Новое. Да. Так, нам нужно... Да. Куда ты? Хоть бы тогда уж возможность воровства сделали, я не знаю.
Ага, носовой платок есть. Хорошо. Вот сейчас он среагирует на эту штуку или нет? Вроде не среагировал. Черт его знает. Художника потеряла. Эй, а где? Нормально. А почему у него нет того, что он у меня забрал? Шутка, что ли? То есть, подождите, оно просто исчезает? Чё за бред? Нет, а действительно, почему так-то? То есть оно именно просто исчезает. Я-то думал, оно у них как бы остается. Не можно забрать. Я буквально только что он это сделал. Только что он это сделал. Я его вырубаю и ничего. Блин. Три. Съесть. Три. Съесть. Бред какой. Ну серьезно, это странно. А как тогда? То есть они что, просто аннигилируют, что ли, вещи? Слушай, а мне, по-моему, там тряпочка есть, да? Куда ты сейчас пойдешь? Так, тряпка на месте. Ну как тебя подобрать-то, а? Господи, да выложи ты его! Ну ёб твою мать, ну что? Ну чё тебе опять надо, а? Ну пожалуйста, просто выложи! Почему ты его опять не выкладываешь? О, аллилуйя, наконец-то! Да не отдых, блин, как носовой... О, взял! Ой, ёлки-палки... Просто уходим. Но.
Лошадка, иди сюда. Не, нафиг, ну серьезно, нафиг. Лесом. Убежали. Моток. Как стоит лошадь. Согласен. Эй. Не, нафиг, нафиг. Да ну, блин, ну серьезно, ну, мало того, что на время, так еще и постоянно эти ограничения. Не-не-не. Лесом, полем, раком, боком. Здорово, мужик. На старом добром Дикозападе хорошо известно, что те, кому удалось избежать петли палача, попадают в форт Rattlesnake. Оказавшись среди подонков общества, решайте бежать из этой каталажки любым путем. Пойдет. А, блин. Ну понятно, что там еще можно убежать, повиснув на этой фигне. Но, блин, не хочу. Ну серьезно, ну. Столько ограничений, столько от всего зависит. Попоймают, не поймают. Опять же, вот то, что они находят эти штуки. Приветствую, партнер, добро пожаловать в самую укрепленную крепость. Ужас какой. Что ж она такая укрепленная там? Здесь мы пробуем перекличку, не пропуская ее. Хорошо. Хочешь перекусить? У нас здесь есть птица на любой вкус. Птица? Не пицца, не пища, именно птица? Окей, ладно. Сюда обращаются в тяжелые времена. Ага, обращаются. Обращают. Тяжелые времена. Здесь можно найти работу. Здесь наконец-то сможешь жить честной жизнью. Ну тут тренировки. Как видишь, наш суперсовременный спорт... Как видишь, на наш суперсовременный спортзал сейчас не пожалели. Да, это я вижу. Интересный факт, эта тюрьма построена на старой рушащейся шахте, ступай осторожно. Старая рушащаяся шахта. Кажется, мне кто-то сказал слово подкоп. Ого. Мусор. А что тут есть? Кисточка. Лишним не будет. Пошли. Оу. А, понятно. Нет, это не то. Где моя камера? Ой. Эй, ты чё? В смысле? Да вы чё? Тут еще и снайпер. Понятно. А чё ж не предупредили, что снайпер есть? Перенес это как мужик. Сам себя похвалил, что ли? Ну, главное, перекличку прошел. Пошли искать столовую. Понятно, то есть во дворе нас поджидают снайпера, которые, так сказать, реагируют. И я так понял, что хрена лысого ты от них увернешься, да? Ну, видимо, так. Эй, что такое? В смысле? А, фу ты. Так, ладно. А, сразу работа? Ладно, окей. Тут распорядок другой немножко. Пошли посмотрим, что-то по поводу работы вообще предлагают. Еще понять, куда... А, нет, куда-то сюда, что ли? А! Нет, а. Сюда или не сюда? Нет работы, беру трудоустройство, аспект, чуть-чуть денежное вознаграждение. Thank you.
Ясно просто. Спасибо. Ясно. У нас есть старое барахло. Занято. Сапожник. А что, сил не хватает? Или что? А, подожди-ка. Мне, наверное, этот интеллект не хватает, да? А, и сил не хватает. Ну, пошли в спортзал, хрен. А где бы нам интеллекту покачать? Тут же наверняка есть такой. Есть. Ну что ж, придется. Судя по всему, тут имеет место быть подкоп. Потому что что-то я себе слабо представляю, как еще здесь можно что-то провернуть. Ну как бы таскать-то ничего толком... Ну точнее как, провернуть-то, наверное, можно. Но для этого нужно... Но для этого... Эй, а дайте помыться, чё вы? Так, ну для этого... Ну, физкультура. Давай, чем бы нет. Нам надо. Наверное, сначала физформу всё-таки поднимем до максимума. Да девушка гоняется. Если это девушка, конечно. Хотя, что может девушка делать в мужской тюрьме? Так, стоп, где? Да я б с удовольствием. Я вообще-то новенький. Не ругайся, я заблудился. Сударь, поимейте совесть. Что-то в этот раз начало совсем, да, я хочу сказать. В прошлый раз, по-моему, у нас 40 было. Минимальный показатель. Мне кажется. А не 30. Но тут сложность вроде такая же, легкая. Я несчастная жертва. Душ? А, вот да. Странно тут распорядок, честно говоря. Ну просто... После... Там-то было логично. Физические упражнения, потом душ. По-моему, это правильно. Странно. Странное решение. А тут, значит, отдых. Ну, в принципе, тоже логично, но... Просто если здесь будет душ еще до кучи, где-то отдельно, после отдыха, например. Хотя, хрен знает. Круги могут быть квадратными. Хм. Хороший вопрос. Философский. Интересно, а если начать бить морду одному из охранников во дворе, тебя подстрелят или нет? Медленно прокачка идет, что-то прям очень медленно. Может быть, в этом сложность заключается. О, будильник уже. Ну ладно, тогда сейчас остановимся. А заодно, кстати, посмотрю, сейчас гляну в интернете, за что, что за что отвечает. Давайте тогда. Обычный угонщик скота. Тормозимся. Ох, да уж. Ну... Поезд, честно скажу, мне не понравился, потому что очень сильно от рандома зависит все ж таки. Вот. Правда, как-то, судя по всему, можно отцепить вагон. Но там написано было, что один я не справлюсь. И опять же, дверь надо держать. Ну, то есть, видимо, там все-таки больше заточено под какой-то кооп. Частично. Был еще вариант сбежать при помощи крюка и веревки. Ну, не знаю, мне... Блин, ну, не знаю, мне лень было, честно говоря, там бегать. В очередной раз это показывать не хочу. Вот эта тюрьма как-то поинтереснее выглядит. Во-первых, усложненно, то есть на улице явно нельзя не драться, хотя вот ребята дерутся. Ну фиг знает, посмотрим. Сейчас попробуем подраться с кем-нибудь, с каким-нибудь охранником во дворе, посмотрим, будет ли снайпер нас реагировать. А, кстати, скорее всего и ночью снайпер тоже будет реагировать. Хе-хе. Да, скорее всего. Но здесь я говорю, судя по всему, самый вариант это подкоп. Самый простейший, но скорее всего есть что-то еще. Просто только как. Ладно, посмотрим.
В общем, на этой посмотрительной ноте всем огромное спасибо за просмотр. Ссылка на плейлист и группу ВКонтакте в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии с меня, контент, извиняюсь за свое сопение. Все, кто что сюда досмотрел, обнимаю. Парни, хлопаю, плечу, девочку, муку, щечку. Увидимся в следующей серии The Escapists 2. Безоговорочная форева. Ну, за исключением поезда. Как-то так.